Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 795. События дня. Откровение 22:17. И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Это у нас за 16 февраля 2018 года. Дальше. Сергей Игнатов. Мир вам! Как вы думаете, Бог имел жалость к душам людей, погубляемым им во всемирном потопе за отступление от Него? И за души святых мучеников, терзаемых и убиваемых сатанинской властью по Его попущению? Бог мудр и управит с Романом так, как, например, сегодняшними беженцами с Востока в Германии, которых одни жалеют, а другие презирают. Пусть на все будет Твоя, Господи, воля, а ничего я хочу. Аминь. Виталий Калиников. Игнатий Тихонович, мир вам! В этом стихотворении цитаты из Библии. Эти использовались? Или вы другие поставите? Откровение 13:10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Римлянам 12:20. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Уголья. Стих. Бегут народы, пыль до облаков, предсмертной жажде рыщут миллионы. Без очереди жизни холокост, устроенный антихристом в законе. С цепи сорвалась в пропасть головня, кто за Коран готов и на таран? Смолой дымится ночью полынья, тому, кто забыл дорогу в храм. Искусственно, надуманно сорвется предгрозовая в мире тишина. Незваная с косой стучится гостья, беспечным сонным будет не до сна. Пророки древности угрозами гремят, апостолы муштруют исполнением скорым. У многих будут четки из гранат, священной книгой будет только Тора. Сметет волна ненужных едоков, ненужным может статься стану я. Когда лоза становится дичком, светильник тот угас и не маяк. Во всех народах, даже до окраин, свидетели евангельских заметят. Иных пристрелят, а кого-то ранят, облечься силою духовной успеть бы. Микроскопическая часть из крестьян с достоинством пройдет предназначение, с позором выведут их за Христом, за стан, удар мечом и совершил течение. Я мысленно с остатком из святых пытаюсь протрубить благую весть. Кагал еврейский бьет под самый дых, их позывной 666. Мы все бежим на поприще Иисуса, достичь бы финиша, в пути не ослабеть, а дыма ересей спастись не захлебнуться, остаться человеком средь людей. 20.02.2006 года. Игнатий Лапкин. Псалом 126.1. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не хранит города, напрасно бодрствует страж. Игнатий Лапкин. Оставил как есть. Оставить как есть. Я не понимаю, то ли ты не видишь окончание, или почему так считаешь-то? Не вижу. Ну, протри глаза. Такие глаза у тебя большие, хорошие. Mm. Он меня спрашивает, оставить эпиграф или нет. Я ему отвечаю, оставить как есть. У нас идет с ним разговор. Сергей Игнатов. Спаси Христос, брат Виталий. Я принимаю от тебя все письма по скайпу, пишу ответные. И неужели не доходят? Мне было удивительно, что от тебя дважды пришло предложение об установлении контакта. Я спрошу специалиста, почему так работает мой телефон Windows Phone. Не связано ли это с тем, что его разработчик Microsoft отказался от поддержки своего детища? Информацию о твоих во Христе начинаниях я получаю через нашего наставника во Христе и радуюсь, наблюдая плоды Святого Духа. Богодухновенное наследие Игнатия Тихоновича Лапкина. И я убежден, что потомки будут исследовать его наследие не одно десятилетие, и он может наблюдать начало этой полезной работы христовых учеников при своей земной жизни. Слава Богу за его милости к нам! Храни, Господи, своих соработников и помазанников. Аминь.
Игнатий Лапкин. Поступают разные мнения относительно романа «Малыша». И вот последний из них, что он не просто засланный казачок, но с прицелом на появление недовольных. А план мог быть и таким. Его готовили на Украине, и события развивались именно так, как были до января 2018 года. Верил ли он вообще в Бога? Понятным только и неопровержимым фактом остается дата его проявления. Как будто кто кнопку нажал, и его понесло, взорвало. Приближаются выборы президента Российской Федерации. Пишут, что Америка очень желает, чтобы был заменен нынешний президент. Тратятся из-за рубежа миллиарды долларов. Нужно сменить власть. И сама нынешняя власть знает это. И еще на подходе к выборам необходимо иметь список тех, кто недоволен, кто может как-то повлиять на выборы в худшую сторону. И вот этот маленький человек-малыш стал приманкой, затравкой в этом деле. Он выступил, начал поносить все, что было перед ним. У истинно верующих всегда было немало врагов. Они были у Христа, у апостолов, у всех святых мужей веры. Иоанна 15:20. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». 2 Тимофея 3:12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Но этих врагов нужно власти выявить и нейтрализовать. Вокруг Романа сгруппировалась целая группа таких недовольных чем-то. Таков сценарий. Результат налицо. Много таких было у последователей самых разрушительных явлений и событий. Интернет создает иллюзию тайны, скрытости, замены имени и места нахождения. И эта вседозволенность выталкивает на поверхность лживых, подлых, коварных, самое низменное дно и со дна. Но эта видимость тайны не есть тайна у основателей всех ресурсов. Их могут выявить в один день всех и отправить ловить соболей в Сибирь. Это только одна из версий тропы к страданию за лживость, неблагодарность, самомнение, беснование. Игнатий Лапкин. Вот я пишу Сергею Новикову дальше. О всех книгах появляется надпись «Открытым оком», том 1, по 33, Игнатий Лапкин. Вот эту надпись выплывает при увеличении шрифта и не сходит со всех страниц. При открытии на две страницы эта надпись закрывает две строчки. И так на всех страницах. Нельзя ли было бы убрать эту надпись? Она тут совершенно не нужна и не дает прочитать эти две строчки. Чтобы убрать надпись, приходится уменьшать размер окна и потом через сильное увеличительное стекло читать эти закрываемые ненужные надписью строки. Прочесть, потом снова увеличивать экран для дальнейшего прочтения и потом тоже делать и на следующей странице. Новиков Сергей. Надпись эту делает YouTube, в роликах ее нет. Так тамошние программисты видят и колобродят. Может, через некоторое время сделают, что посередине экрана будет вылезать наименование ролика, или еще как-нибудь наворотят. К сожалению, разные бестолковые и неудобные новшества и изменения постоянно вставляют, повлиять на них мы не в силах. Руководствуются в Ютубе своими представлениями об удобстве и полезности. На нас в целом им наплевать. Главное рекламную базу пользователей набрать. Что интересно, ну у меня какой опыт, 10 лет я там вот имею общение в интернете. Какой был мой мир и сейчас, ну в 1000, не в 100, в 1000 раз сделали меньше возможности посылать там и прочее. Прекрасно было все. И там люди вопияли прям, верните, верните, нет, не вернули. И все время какие-то новинки вставляют, это на всех ресурсах. Вот как продают, допустим, компьютер что-то. Ну, все нормально. А деталь попала не такая где-то. Или поставили такую. Все заменить никак нельзя. Следующий выпускает, она уже другого размера. То есть бросай целый компьютер, покупай новый. Это очень интересно. Галина Влесько. Новокузнецк. Добрый день, братья. Позвольте малую ремарку вплеснуть в наше общение о печальном случае. Подумалось о причине возникновения в новейшем православном поселении таких необузданных человеческих типажей.
это всем желающим приезжать на постоянное место жительства Потеряевку. Великий наглядный пример. Да и тем, кто уже пустил корни, тоже необходимо о кое-чем задуматься. Возможно, человек никогда и не получит на месте полный объем того, зачем он ехал. Деревни, восстановленные с нуля, это не есть деревни с вековой православной историей, где жизнь отлаживалась тысячелетиями. В соседние села девчат даже не отдавали замуж. Вопрос приживления решаемый, но при наличии крепкого внутреннего мира, самого новенького, его правильным стержнем и верным вектором в получении ожидаемого от своего переезда, пример Сеустиновы Лапкины. Вина при отражении от всякой общины людей, как правило, ложится на инакомыслящего человека. А вы, Игнатий Тихонович, не спешите приглашать Потеряевку. Исследуйте новичков. Анкета, вопросник, пробные 3 месяца проживания и другое. Вы постоянно говорите и говорите об этом, чтобы перед своим переездом 7 раз отмеряли и 1 раз отрезали. Да, я именно постоянно об этом говорю. Можно же и на бумаге самому новенькому, до переезда нарисовать свои внешности и внутренности. К примеру, кто там, куда я еду. Приеду. Куда я приеду. Так как я предоставляю природу, веру, государство, семью и так далее и тому подобное. По первой вашей встрече, неужели вы не заметили, сколько раз соискатель нудил тему земных поклонов на службе в храме Божьем? Это о Романе Малыше говорит. Он упертый, вот затеял. В храм я хочу сделать поклон. Не положено. И ты зачем тебе это нужно? А я хочу. То есть на пустяках. Это вот если болезнь шизофреников. А такой лишь одной зацикленности на поклонах всегда жди множество других. Вот так. Земля плоская там. Ну и всякого тут дребедень нес. А теперь вот все пошло по-другому. Все уже. Его уже захватили эти шестеренки государственной власти, против которых он пошел прямо. До конца все еще не выяснено. Братья и сестры, не сохните на своей зацикленности. Постоянно расширяйте свой кругозор и впитывайте в свой организм только полезное для спасения своей хрупкой души, ибо наши дни лукавы и все дни сочтены. Лучше, конечно, быть как дети доверчивыми, нежными ангелочками, целомудренными, всегда веселыми и довольными, но это уже другая тема. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Отца. За все. Простите меня, аминь. Ну вот все-таки 27 лет Потеряевки строятся, но такого злодейства, вот как это делает, малыш, не было. Ну было там недовольным там или что-то, человек там уехал. Уехал мирно, и все на этом. Уехал, и даже нет. Этот нет. Видно, кто-то подталкивает. Он не понимает, что во вред ему это. Ты же живешь здесь, тебе жить. У него понятие такое. Вот я буду такой, батюшке дерзю, никому не подчиняюсь, буду жить, вокруг меня будут люди, я температуру дам здесь другую. Ничего этого не будет. Он просто безумие творит. И одобряют-то его. А почему страна воров? Вот вора мы поймали, и сразу же 50 человек вступили. Да разве можем вора властям сдавать? А кому его сдавать? Ну, вас он не ворует. Он снимает с оборудования, сразу 300 литров горючего слили. Ну, так, ну, дальше нукается эти еще. Почему? Вор. Вор защищает вора всегда. Это страна воров. Вот возьми, когда там написал человек книги о России, там писали, кто писал, Костомаров, еще кто писал? Не знаю, еще ты дремлешь уже. Ну, кто еще писал-то, ну, припомни. Ну? Еще нету молчания. 3 тома написал и подарил императору. А тот говорит, у меня и времени нет прочитать много, ты кратко содержание, ну, несколькими там словами, скажи, о чем там в этих томах-то говорится, история русского государства. Он ответил, воруют. Одним словом, воруют, это тогда было. Страна воров. Я вот стал задумываться, ну, план Далеса уничтожить, непокоривая нация, под этим есть очень мощное основание у них. Сейчас вот в Германии, где там курорты, если едут туда, люди один вопрос только ставят. Скажите, а русские там будут? Если будут, люди не берут даже туда путевку. Это невозможно. Никого не признают, гуляют, пьянствуют.
Женщина каждая приезжает, как будто ей приготовили трех мужиков, говорит. Жена, даже ну, европейские-то жены, это же не мусульманки-то. Ну как русские-то ведут, этого нет нигде. Чтобы так в течение одного дня разворовать такую огромную страну, вот эта приватизация, и сразу олигархи, все евреи-то, этого в мировой истории никогда не было. Ну так а кто второй-то написал историю? Ну на кто написал? Ну да вы скажете мне, я же не знаю. Ну, ты знаешь. Я... Вот я не буду говорить, маленькое дело. Много знаете, не знаете его. Ну, не знаете, так и... Сергей Соловьев писал, еще кто. Я уже сказал, сколько книг написал. Очень важно, как он подошел, как сказал. Вот видишь, как сразу ткнул в пустоту. И дальше. Так вот. Анастасия. Суббота считается у христиан также днем радости, посвященным воспоминанию сотворения мира и Божьего покоя. Гностики, следуя своим учениям материи как абсолютном зле, постили субботу, выражая этим свою печаль о появлении материи. Они постились также и в воскресенье, так как не верили ни в воскресение мертвых, ни в воскресение Христова. И считая христианское учение воскресения иудейским заблуждением, нарочно постились в этот день, выражая этим осуждение мнимого заблуждения. Еще какое толкование интересное. Вверх ногами поставлены. Истолкование 64-го апостольского правила, запрещающего пост в воскресный субботний день. Так, дальше. Какой-то саидолексик. Какое-то вот такое. Ну, какое-то. Ни имя, ни фамилии, ничего нет. Вот это человек так себя назвал. Ну, я бы и не стал даже его. Ну, тут разговор возник. А я таких сразу выкидываю, блокирую и все на этом. А я, читая Библию, понимаю, что ученики не зря описывают все подробно. К закату пятницу тело Иисуса было погребено, а в субботу по заповеди они оставались в покое. В первый же день недели, в воскресенье, женщины пошли ко гробу, чтобы умастить тело Мессии. Ведь Библия объясняет сама себя. Все ответы нам даны на все вопросы. Нам или там? Там даны на все вопросы. Католическая Библия удалила четвертую заповедь «Помни день субботний», а десятую «Не пожелай» разделила на две. У нас тоже какие-то перекосы. Не убий, исполняем. Или не ложись с мужчиной, как женщины другие, а заповеди через одну отрицаем. Странно. Сам Кирилл говорил, что субботу надо соблюдать. Я думаю, он прав. Библия не была написана для евреев. Только в левитах он отделил послушный народ и назвал их евреями. А Божье слово, оно для всех принимающих и верящих. И какое-то рассуждение какое. Теперь, ну ни одного слова по Библии-то нету. Ветхозаветная суббота, прообраз воскресенья было. Вы, говорит, возрадуйтесь, возвеселитесь сей день, когда женщина рождает, и не помнит себя от радости. Нигде про это-то не говорят. Суббота – вечный закон, никто ее не отменял, но она указывала на воскресенье. Как никто нигде не отменял, чтобы приносить в жертву ягненка-то. Но теперь ягненка нет, но он остался, как Агнец Божий Христос. Ну, можешь сказать, то хоть маленько-то, ни одного слова нету. Вот, а кто он такой пришел, этот под тремя ха-ха-ха? Дальше, за границей первый день недели, воскресенье, ну, видимо, день недели. У кого другое понимание, расскажите. Анастасия, тут даже не в дне дела, а в понимании сути. Мне много времени понадобилось, чтобы понять, что такое шаббат, суббота, что это прообраз на воскресенье Христова, происшедшее первый день недели. Но, как говорит Игнатий Тихонович, эта тень остается. Первые христиане чтили и субботу, и воскресенье. Да. Но адвентистская суббота, иудейская, мессианско-нееврейская, это не то. Истина, суббота понимается лишь в церкви. И Иустин-мученик об этом говорит Трифону. Об истинных смыслах суббот. Слава Господу, субботним днем. Заметь, девчонка, она какие вопросы говорит, как скажи, это митрополит не скажет, я все на нее удивлюсь. Она прошла это иудейское мессианство и приняла крещение. Вот. Была там какая-то царивка, это Ревекка. А сейчас ей дали имя при крещении Анастасия, она мигом переменила тут все. И стали говорить, она говорит, а у Федорита так написано, а канон такой-то, такой-то, а учится одновременно в университете. Девчонка-то какая-то, нас Бог наградил ею. Евгений Тропко. Как бы то ни было православными христианами,
как бы то ни было, запятая, православными христианами не чтится так суббота, потому что разрешается работать и делать всякие дела, так как она чтится евреями в понимании субботнего дня, как отделенного, освященного для духовного. Когда весь еврейский народ понимает, что в их субботы работать категорически нельзя, и делать всякие бытовые дела и решать их. Что значит, когда все государство не работает в субботу, и само почтение к субботе можно понять только в Израиле, оказавшись здесь. У нас на данный момент идет идеологическая шаббатная война в городе, где я живу. Война за работу магазинов и торговых центров у светских. Война идет между религиозными и светскими. Светских штрафуют в субботу штрафами за работу магазинов в субботу. Религиозные давят на администрацию города, чтобы штрафами не давали работать магазинам в шаббат. Саид Алекс. И всех принимающих день субботний, с днем субботним. Вот так. Сергей Игнатов. Мир вам. Апостолы, которые все были, кажется, евреями, чтили субботу до того дня, пока не настало Христово воскресение. Никто не в силах переменить день субботний на воскресный, если бы на то не было воли Господа. Иудеи, то есть евреи, которые не уверовали, что Иисус Христос был Сын Божий, явившийся во плоти, и все еще ожидают Его первое, а не второе пришествие, чтут ветхозаветные заповеди, в том числе субботний день, как христиане воскресение, имеющие для них значение субботы. Иоанн Златоуст и другие учителя церкви об этом достаточно растолковали. Анастасия. Иоанн Дамаскин. Кавычки открыты, цитата. «Мы празднуем совершенный покой человеческого естества. Я говорю о дне воскресения, в который Господь Иисус, начальник жизни и Спаситель, ввел нас в наследие, обетованное служащим Богу духовно, в которое Сам вошел нашим предтечью, восстав из мертвых. И после того, как отверзлись Ему врата небесные, воссел телесно одесную Отца. Сюда же войдут и соблюдающие духовный закон». Кавычки закрыты. Все, ну у нас пока дальше это нет, мы отвлечемся сейчас немножко. События дня какие, вчера были занятия у нас были по скайпу. Сергей Попов ведет, мы уже ждем среду-пятницу. Вот. Ну и вчера событие такое, Романа Малыша из Потеряевки увозили, органы власти приезжали. Ну, подробности сегодня батюшка скажет, но он позвонил, сказал, ему дали месяц. Чтобы в течение месяца он приготовился, что там батюшка скажет, к чему. Но в прежнем состоянии, в прежнем статусе, то, что я никто, никого не признаю, он уже не будет, это определенно. Ну, а туда-то увезли, оттуда пешком. И он до Корчина-то дошел пока, и ноги-то в ботинках стер. Ну, и к Мише Никитину зашел, знал он где, спросил ли. Да был, наверное, там он. Ну, а дальше еще, давай звонить. Ну и Женя Инчук за ним будто бы съездил. Как он там, сейчас ничего мне больше неизвестно. А вокруг него там такую колготню устроили, да вот, да он прав, да его гонят, да его заложили. Там на меня там это что говорят, слово заложили. Нет такого слова в Библии. Что это означает? А вот это все гулаговское, страна воров. Убийств, грабителей, матерщинников. Ни в одной нации нет-то, чтобы мать клянули. Будь ты на мать везде, матерно называется. Нету, перевода нету. Есть такое. Я говорю, нету перевода, нету. Они понимают буквально. Русский говорит, он не думает, что это так. Но штрафбат, смотришь, он изругался там на грузину, а тот его за грудки, и в штрафбат попал, и там его погубили. Я твою мать. Ты мою мать знаешь, ты видел ее, как ты то? Он понимает буквально само действие. У русских этого нету. И вот стоит какой-то в тюбетейке здесь торгует, ничего не знает по-русски, а ругается по-русски свободно и даже без акцента. Почему? Это международный язык, матерная. Нет таких людей, чтобы везде властью не нуждались. Милиция, да это мусор, мусора. Название такое, легавые. Нигде в мире такого презрения нету к власти охраняющей, без нее никуда. Я считал, когда в Японии, у них, говорят, вот, ну, допустим, какой-то пункт, полицейский. Там их сидит полицейский, работает, но один все время должен быть на улице. Для него сделана как каютка такая, он сидит, чтобы любой, проходя, мог остановиться, поговорить и сказать.
заложили. А в Японии так. Он проходит по домам, в каждую квартиру. Ну как, у вас тут музыка не почует вас после времени, после 11. До 6 утра тут не стучат строители. Да вот заметили мы, тут человек один приходил, сколько раз громко разговаривал. Кто, когда, в какое, почему такая раскрываемость? О том, что полицейский – это друг. Это везде, во всем мире так. К нему обращаются, он жизнью рискует и показывает, как. У русских не так. Мент. И к ним как относятся? Как еще к ним кто обратился? Заложили. Да какие вы христиане! Всегда было так, Павлу угрожают. Он тут же послал племянника и иди скажи. Он пошел, сказал военачальнику. Так это не один раз. Да вместе растянули, когда опять хотели наказать. Постоянно обращался. И канон церковный есть. Если еретики тут буйствуют, обращайтесь к мирским властям. Я повторяю, нигде в мире нет такого презрения к органам. Почему? Воровство. Страна воров. Самая вороватая страна за все мировые истории. Солженицын говорит, в Первой мировой войне были пленные. Допустим, среди немцев было 8%, которые заворовались. У русских 2% всего только. В плену голодные. Но Вторая мировая война показала, более вороватых нету. 98% воры. То есть очень хорошо потрудились. И так и здесь. Он безумствует сейчас, там Роман буквально все разрушает. Он лжет на каждом шагу. Без документов, не хочет регистрировать, это падает на нас. Нет. И за него встают все. Почему? Страна преступников. И за него восстают. Но он же идет против власти. Ну и что? Не закладываешь же его. Надо беседовать. Беседовали, говорили, он еще борзее лезет. Каким образом? А их не касается сейчас сатана. Сатана правит бал. А заложили. А ты Библию хоть раз читал? А зачем мне нужна жидовская книга? Вон что. А там написано, если жена, лежащая на груди твоей головой, и скажет, а пойдем служить там в секты, пойдем или куда-то, рука твоя да не пощадит ее, ты утром должен написать и сдать ее, все, она погибла. Во всем мире так. А у нас, говорит, как профессор преподает в юридическом институте и говорит, я вижу, милиционер идет, я перехожу на другую сторону улицы. То есть это... Ну, их приучили к этому, они грабят, тащат и, как говорят-то, поддельные, оборотни. Вот долго не могли найти, кто убивает этих, мы были в Ростовской области, дальнобойщиков. Наконец нашли, руководит женщина-майор из милиции, банда. Ты никуда не пяться, зачем ты делаешь это? Ну, вы так громко кричите, простите, вот тут микрофон, и прям на ухо я сижу, прям кричите мне. Когда говорят тут на ухо, проще, это признак беснования. Как ты этим начнешь, так у тебя никогда не выправится. Я говорю, потому что это мой стиль разговора. Еще ни разу не было, что громко говорю. А когда говорят, опять не слышно, опять тихо. Вы этого не видите. И вот пятится, вот у меня такая же сидит рядом. Ты признаки беснования узнай, какие. Вот это один из признаков беснования. Когда его тревожит звук, уши начинают затыкать. Признак беснования. Попутно тебе сказать-то. Поэтому часто самое простое не помните. Даже щихнуть не значит, что платочек надо. И вот сейчас это событие. Его поддерживают. Но эта поддержка что значит? То есть ты оставайся такой, как есть. Ну, сын пьет, наркоман тащит все из дома. Можешь к властям обратиться? Что ты, сына родного заложить? А Библия говорит, они должны пойти к старейшинам города. И возьмут его, и рука родителей на его голове, его в этот же день должен истребить. Это Библия говорит нам. Слова заложить не эту, а именно ты ответственен за это, за недоносительство. За недоносительство. Ты слышал, он хулил Бога. Да почему не сказал? Участь твоя одна и та же. И вот это как раз и вскрыло на романе, и показана страна какая. То есть эти люди ждут великих и страшных испытаний. Страна воров. В одну ночь сделали, там сколько их, 100 или кто миллиардеров. Так не бывает. Это только у грабителей бывает, когда убивают кого-то и получку со всего завода в одни руки попадает. Обычно богатеют как, у меня корова, кое-как я купил. Теперь отелилась, теленок растет. А сыну достанется уже 3 коровы, а внуку достанется уже 30. Вот как работать надо. Что через это выявилось? Мы говорим о том, что сегодня так тревожит.
Он нарушает, и, ну, есть, конечно, люди, которые говорят, зачем ты ехал сюда, хохол он и в Африке хохол. Зачем ты к этим людям пристал? Они столько труда положили здесь, а ты разрушаешь все. Не будет он разрушитель? Нет, он разрушитель. Да, в данном случае так он стал. Столько добра делал, вдруг переметнулся туда, так не бывает тоже. Это значит, все остальное было то скрытое, вот это настоящее. Там, когда он делал, никого нигде не было. Он, а сегодня он не вылазит с компьютера. И славики там разные, там шляховые, кого только нету. Отверженное, отребье земли все собирает и глотает. И других пытается этим почивать. Но здесь верующие, мы молимся, и будет так, как Господу угодно. Ему предупреждение бесполезно говорить, он еще этого не слышит. Вот. Мой мир. Вот сюда можно писать. Это наши ресурсы. Очень богатый ресурс. 8632 ролика и 21 тысяча фотографий. Есть там, где я с голубем, то там не надо туда. Это, ну, рядом дубль делают модераторы. Еще что у нас есть? Ну, еще у нас форум, православный форум. Это все везде во свете Библии, открытым оком Игнатий Лапкин. За это отвечаю только я. Это мной открытый ресурс, а то придумали, это община, община никакого отношения не имеет. От общины тут ни одного ролика нету за 10 лет. Нету ничего. И даже, ну не знают люди, ну любят говорить. Ну и вот православный видеоканал «Открытым оком». Это можно сегодня даже это посмотреть. Мы уже это слышали. Вот 14 тысяч подписчиков. 13 800 000 просмотров. Средства массовой информации на нас отнесли. И во свете Библии. Вот самое главное, это православный библейский сайт. Что-то запрос я сделал, какого числа был открытый. Тут не написано, это модератора только знать. Я вообще ни к чему не касаюсь. Но вот здесь вопросы и ответы. Эти вопросы и ответы отдельно вынесены. Сейчас у меня тема грех. О грехе. Вот. Мы немножко прочитаем отсюда, считай поближе. Вопрос 2713, 12 том «Открытым оком». Почему верующий зазирает танцы и музыку? Вот вопрос такой, я стою за кафедрой. Ладно, ты умница, отвечай, почему? Не считай. Я прочитаю ваш ответ. Значит. Нет, а ты сначала ответ. Нет, я ваш прочитаю ответ, не буду отвечать. Ваш ответ лучше, и куда мой ответ, никуда не годится совсем. Ну, ты же знаешь, что в миру ты и танцы, и музыка. Любил же это. Тебе карты в руки. Я этот ответ просто знаю. Вы читали. Я читал уже ответ на этот вопрос. Там целая будет сейчас статья там этого старобряца, кажется. Что до танцев, то так и есть. А вот о музыке сложнее. Тут нужно еще разобраться, что за музыка. От хорошей, божественной не отрекаемся и готовы пользоваться ею. Видишь, какой ответ. Я это в университете за кафедрой. Танцы, музыка и музыкальные инструменты. Музыка есть разговор души с Богом. Образно говорят любители, знатоки и специалисты музыки. Танцы есть воплощение музыки, говорят поклонники и специалисты танцев. И еще говорят поклонники всяких специалистов. Глупы те положения мысли о музыке и танцах, которые высказываются не специалистами в этих вещах. То есть это надо быть специалистом большим, чтобы разобрать танец, что дает. Я представляю себе человека, который разобрался во всех этих положениях отдельно и согласился с ними, и еще представляю себе его логические выводы, к которым он пришел, когда стал все эти положения связывать между собой. Музыка есть разговор души с Богом, думает он, а танцы есть воплощение музыки. Значит, танцы есть воплощение разговора души с Богом. Видишь как? Ну что же дальше? Дальше я рассуждать не могу, говорит он себе. Я должен принять на веру суждения специалистов, потому что только они могут высказывать разумные суждения о музыке и танцах. А все мои суждения будут глупы, потому что я не специалист ни в том, ни в другом. Вы, конечно, понимаете, что такой исход попытки составить свое собственное суждение о танцах и о музыке должен быть очень желателен для специалистов, потому что тогда решение вопроса всецело будет отдано в их руки. А мы, профаны, должны будем покорно принять их мнение на веру без возражений. Но мне, однако, хотя и профану, с такой участью не иметь своего суждения о музыке и танцах, только потому, что я в них не специалист. Не хочется примириться,
я и думаю, что в этом со мной согласятся. Поклонники специалистов отказываются иметь свое суждение только и потому, что боятся ошибочности. Но тут дело идет не о деталях и изложении каких-нибудь правил музыки и танцев, где нужны специалисты, а о цели и значении этих предметов для человека. Ведь очень часто даже в учебниках перед изложением какого-нибудь предмета ему предпосылается предисловие, которое объясняет цель предмета и его значение. Таким образом, интересующийся им, прежде чем изучать его, знакомится с его целью и значением гораздо раньше, не зная самого предмета. Они уже имеют достаточное обоснование и безошибочное суждение о нем. То же самое можно сказать о танцах и о музыке. Вот и мы постараемся прежде всего уяснить себе ту цель, которую преследуют танцы, и что они дают людям. И мы увидим, допустимы, приемлемы они или нет. Никто, конечно, не будет спорить с тем, что человек, что бы ни делал, все это делает только потому, что дело это ему приносит или пользу, или просто доставляет ему удовольствие, или вообще удовлетворяет его желания. Что же такое дают танцы танцующим? Скажут, пользы это им, конечно, никакой не приносит, но это доставляет молодым людям большое удовольствие. Значит, цель танцев – удовольствие. Какого же сорта это удовольствие? Видишь, как надо рассуждать. Удовольствие. Но дальше давайте, дальше. Ну, об этом дальше. Защитники танцев еще обыкновенно говорят. Когда человек переживает какое-нибудь настроение, вызванное в нем музыкой или еще чем-нибудь, то почти всегда при этом он чувствует желание воплотить возникшее настроение в каком-нибудь движении. Жести, положении своего организма, выражении лица, глаз. А это стремление движения выразить свою душу и есть уже начало танца. Танцы – это более или менее упорядоченное, утонченное движение, выражающее известное настроение, известное состояние души. Выражать же состояние души движениями и жестами не только не предосудительно, но даже похвально. Соответствующие настроению жесты и движения всегда дают возможность глубже чувствовать самое настроение. В танцах есть даже очень много общего с религиозными обрядами. Религиозные обряды тоже имеют целью выражать состояние души посредством различных действий. Движений, положений тела, коленопреклонений и так далее. А вот религиозные люди почему-то всегда отрицают танцы. Хотя ни одна церковь, ни одна религия не отрицает обряды, а также и культивирование обрядов. У святых отцов можно много найти подобных следующих наставлений. Если ты молишься... Кавычки открыты. Если ты молишься Богу, то и руки твои в знак покорности Ему должны быть крестообразно сложены на груди, и глаза твои с упованием и надеждой должны быть подняты к небу или к образу Божию. Кавычки закрыты. Это уже есть внешнее выражение внутреннего настроения. Да все религиозные обряды в сущности и есть не что иное, как выражение движениями и жестами внутреннего настроения, внутренних переживаний и мыслей человека. Значит, религия признает то начало, из которого произошли обряды. Но ведь из него же произошли и танцы. Если религия будет оставаться последовательной, то она не должна отрицать и осуждать танцы. Танцы есть только обработанное, культивированное выражение внутренних настроений и переживаний человека. Это то же самое, что и обряды. Все это скажут защитники танцев. Они были бы вполне логичны, и мы ничего не могли бы возразить им, если бы они еще сказали нам и доказали, что те настроения и переживания, которые выражаются при танцах, не предосудительны, возвышены, хороши, благородны. А вот в этом-то и вся суть. Какие настроения и состояния души выражаются танцами? Уже достаточно одного того сказать, что мужчины желают и находят приятным танцевать и танцуют только с женщинами. А женщины наоборот, только с мужчинами. Чтобы судить о тех настроениях и чувствах, которые выражаются танцами, насколько они возвышены, нравственны и хороши. Ясно, что танцы – это есть смакование чувственности, длительный тонкий разврат, которому люди отдаются сознательно, чтобы, возможно, дольше щекотать свое половое чувство. О, как оказывается, просто понятно и ужасно. Недаром говорят, что посетителями балета, танцев, бывают больше всего дети, которые
Угу. Да. Вообще любят всякое прыгание, бегание и еще лучше неупорядоченное. Яркие сказочные костюмы, декорации или лысые холостяки, которым очень удобно при этом мечтать о былой молодости и смаковать воображение сладострастные картины, намеки, на которые они видят перед собой. Ну вот в школе нас собрали, там в Оренбурге, танец пчелки сделали. Танец. Как они оделись под пчелок, раскрашенные. Все движения сексуального характера. Там поднялись, когда уж дальше уже идти некуда. Это дети. Вся суть таким образом заключается не в способе выражения, как еще выражается внутренняя жизнь человека, а в том, что же он испытывает в это время. Какая у него внутренняя жизнь, какое состояние души. Какое чувство, высокое или низменное. Нельзя, правда, спорить с тем, что религиозные обряды похожи на танцы именно в том, что как те, так и другие служат для выражения состояния души. Но огромная разница, как мы видим, есть и должна всегда быть в тех настроениях, какие человек испытывает при религиозных обрядах. Да. И какие при танцах. Так что это сходство не только не оправдывает танцев, а оно-то еще больше и указывает на их отрицательное значение. Религиозные обряды есть обряды религии Бога, а танцы, если тоже обряды, то не обряды ли религии сатаны? И характерной чертой их, вернее, должно быть не воплощение музыки, как того хотят любители танцев, а воплощение разврата. О, вот главное, подвели к четкому и ясному пониманию танцев. Вот почему религиозные люди и отрицают всегда танцы, как глумление над религией, над стремлением к целомудрию. Но, может быть, я ошибаюсь, когда называю танцы смакованием чувственности. Может быть, у меня преувеличенная подозрительность на этот счет, вытекающая из низкого мнения о людях. Когда я говорил с защитниками танцев, я прямо предлагал им вопрос. Одинаково ли, говорю, по-вашему, важно танцевать мужчинам с женщинами, а женщинам с женщинами? Нет, мужчинами с мужчинами, а женщинами с женщинами. Не отвечали. Во всем должна быть гармония. А любители танцев, как те добросовестно говорили, что мужчинам с мужчинами, а женщинам с женщинами, нет смысла. Нет смысла даже, чтобы танцевали-то. Неинтересно танцевать. Но позвольте, это уже уклонение от прямого ответа одних и откровенное... Слава Иисусу Христу! Так, откровенное... И откровенное подтверждение моей мысли вторыми. Очевидно, ответ должен быть такой. Важно, должно быть одинаково. Но на деле для танцующих приятнее, важнее, если танцы исполняются мужчиной и женщиной, людьми разных полов. Таким образом, выходит дело не в выражении хорошего, чистого, невинного настроения, которое, может быть, и хотят видеть в танцах теоретики, а в чем-то другом. И я говорю, что этой неопределенностью просто хотят прикрыть низшие животные чувства, которых, если не будет, то нет смысла и танцевать. Мнение подтверждается еще тем, что защитники танцев называют культивированием их. Это культивирование танцев началось еще, должно быть, очень давно, потому что у нас на Руси, и то уже 200 лет тому назад было сделано насильственное водворение Петром I танцев, ассамблей и прочих немецких глупостей. Началось с давних времен и продолжалось до последнего времени. И к чему же оно привело? Что явилось результатом этого продолжительного усовершенствования, перенимания одних народов у других? Результатом явились танцы. Кек-уок и танго. Последний танец – это, говорят, открытая имитация полового акта. Если уже таким явлением завершилось долголетнее, в кавычках, усовершенствование, если уже с таким... в кавычках ароматом, цветок развернулся, если уже последнее слово танцев – разврат, то, конечно, и раньше вся сердцевина во всех других танцах была и есть та же самая с такой же закваской. Только, может быть, не в таком обнаженном виде. После этого я уже окончательно не могу сомневаться в том, для чего танцуют, какие настроения переживают при этом, и не могу вкладывать смысл и содержание танцев. Что-то возвышенное, облагораживающее, чистое. Это было бы закрыванием глаз на действительность или, вернее, извращением действительности. Я говорю, что танцы есть воплощение разврата.
самый большой, самый ужасный разврат – это разврат утонченный, длительный, когда человек смакует свою чувственность. И ничто, конечно, не способствует большему такому разврату, как танцы. Так как окончание заглатываешь. Танцы, чувственность. Ты четыре буквы прям заедаешь. Окончание, выговаривай поточнее дальше. Другого взгляда на танцы у христиан, по-моему, не должны быть. Не может быть. Не может быть. Потому что Христос требовал от человека стремления к целомудрию, а не к исполнению похоти плоти. Но ведь понятие современного интеллигентного человека во многом ушли от первоначальных христианских идеалов. И часто делают большие скачки в обратную от них сторону. И странно вот что. Считается, например, неприличным, если даже отец войдет в комнату взрослой дочери и увидит ее не то что раздетую, а просто немного не докончившую своего туалета. И тот же самый отец будет очень огорчен, если на балу его дочь с полуобнаженной грудью и плечами не будут мужчины всех сортов приглашать танцевать, не будут внимательно и страстно смотреть на ее тело, не будут касаться ее талии, кружиться с нею, прижимаясь вплотную к ее выпуклой и туго обтянутой тонкой материи груди. И были в жизни случаи, когда разгоряченные танцами молодые люди, даже незнакомые до того друг другу, завершали танец на этом же балу в укромном уголке половым актом, логическим завершением танцев. Теперь о музыке. Так как музыка имеет целью тоже выражать, только не движениями, а звуками, настроение и состояние души человека, то и к ней может быть приложено то же суждение, что и к танцам. Если музыка выражает состояние души молитвенное, доброе, возвышенное, радостное, умилительное, то такую музыку я не знаю, можно ли отрицать, как это делают многие из нас, старообрядцев. Не заглушаем ли, не отбрасываем ли мы от себя этим самым отрицанием музыки один из очень важных факторов или способов размягчить свою черствую душу, сделать ее способную переживать хорошие чувства, искоренить из нее жестокость и зло, облагородить себя. Видишь, как прямо говорит о старообрядцах, что черствая душа, значит, что жесткость, зло. Это вот это он знает, старообрядцев. Музыки нету. Ни одного композитора за 400 лет не было. Ни одного художника не было. Никто не будет спорить, что сладкие звуки, хорошие, благородные музыки действительно делают все это. Они сильно действуют на человека в сторону углубления переживания им известного настроения, известного чувства. Они делают его нежнее, заставляют его лучше чувствовать восторг, радость, умиление, сострадание, тоску по отсутствующему идеалу и тому подобное. Это чувства добрые, облагораживающие человека. В них нет ничего похожего на то, что должны испытывать мужчина и женщина, когда они танцуют, прикасаются, прижимаются друг к другу, обнимаются и делают движения, имитирующие животный акт. Правда, есть и музыка такого сорта, и даже в большинстве случаев разжигающая дурные страсти. Но из-за того, что музыка добрая, хорошая, перемешана с плохим, отрицать принципиально всю ее нельзя. Нельзя отрицать разговор, язык только потому, что есть люди, злоупотребляющие им и говорящие одно дурное, нехорошее. На это мне скажут, что поэтому и танцы все нельзя отрицать, если, например, в них нет дурного содержания. Но об этом я уже говорил. Нет танцев, которые исполнялись бы одними мужчинами или одними женщинами. О балете я сейчас не говорю. Там костюмы и сладострастные, часто до цинизма. Движение составляет отрицательное качество. А раз они исполняются людьми разных полов, нет гарантии от возникновения дурных мыслей и чувств. Напротив, все эти движения, касания, долгое ощущение близости декольтированной женщины или мужчины должно в конце концов и у аскета возбудить дурное животное чувство. Таким образом, никакие танцы в нравственном отношении не могут быть безразличны, не предосудительны. Все они систематично и незаметно будут влетягивать человека в тину половой чувственности, в разврат, какое бы теоретическое содержание в них не вкладывали. Не то в музыке. Правда, очень часто и музыка носит развращающий характер.
Но если даже авторам, композиторам в музыку внесено намеренно дурное содержание, то слушатель все-таки почти никогда не поймет целиком его дурную мысль. И всегда толкование и впечатление его от пьесы будет где-то клониться в ту сторону, куда он сам имеет тенденцию принадлежать, хорошему или дурному. Этим я хочу сказать, что музыка имеет свойство давать слушателю свободу. Он вкладывает в нее содержание сам, а это всегда зависит от его нравственного состояния вообще, каково оно у него, помимо музыки. Так что музыки и дурные начала, если только они попадут, встретятся, могут быть бессознательно повернуты в обратную сторону личностью слушателя. И значит, дурное намерение автора будет парализовано. Есть и пение полезное, и святое, и есть развратное. Так неужели из-за последнего следует целиком отрицать и пение? В прологе рассказывается про романа певца. Звуки его песен были приятны и сладки не только для людей, но и для животных, которых он пас. Они бросались вкусную, сочную траву, останавливались и молча слушали, погрузившись во что-то более высокое, чем еда, бывшая перед ними. Итак, не любить и отрицать красивое пение, хорошую чистую музыку, это значит не любить и отрицать то, что благораживает человека, что делает его из черствого и сухого глубоко чувствующим. Несколько слов о музыкальных инструментах. Мы не отрицаем пение, то есть выражение голосом своих чувств, душевного настроения. Сочетая несколько различных голосов при одинаковой или различной высоте их и в одинаковых или различных тонах, можно получить гармоничное сочетание голосов. А это гармоничное сочетание голосов и переходы его из одного сочетания в другое будут уже музыкой. Мы не отрицаем музыку. А что же такое музыкальные инструменты? Музыкальные инструменты – это приспособления, под средством которых получаются музыкальные звуки помимо человеческого голоса. Благодаря музыкальным инструментам можно подучить иногда звуки. Или получить выше, чище, нежнее, изящнее, сильнее и тому подобное, чем звуки человеческого голоса. И с этими звуками иногда удобнее бывает делать или быстрые переходы из одного тона в другой, или скорее можно получать более правильное, желаемое сочетание их и тому подобное. А благодаря этому упрощается и передача самого и настроения человеческой души звуками. Так как мы не отрицаем передачу настроения голосом, не отрицаем музыки, то, конечно, логически мы не должны отрицать и наиболее упрощенный, наиболее усовершенствованный способ передачи настроения звуками, то есть посредством музыкальных инструментов. Что же мы, может быть предосудительного в том, что нужны нам звуки мы производим или голосом, или извлекаем их из струн скрипки, виолончели, рояля, пианино и тому подобное. Особенно это допустимо и желательно в том случае, когда это предоставляет какие-либо удобства, облегчает какую-нибудь задачу в области музыки. Я разумею обучение пению и спевке. При обучении пению скрипка или физгармония могут быть незаменимым приспособием, но однако у нас, старообрядцев, многие учителя пения отказываются пользоваться ими только потому, что против музыкальных инструментов многие имеют какое-то предубеждение. Я бы сказал, ни на чем не основанное, кроме как на боязни всякого новшества, какого бы оно ни было. Точно так же при спевках скрипка могла бы во многом пособить и облегчить работу регента. Он мог бы скорее, вернее, достигнуть своей цели и успеха при ее содействии. Ведь пользуются же наши учителя пение указкой и не считают это предосудительным. Хотя этот предмет пособие тоже постороннее. Почему же камертон, скрипка и другие предметы не могут быть пособиями при изучении пения? Свои соображения о танцах, музыке и музыкальных инструментах я высказал здесь. Конечно, не за тем, чтобы кому-нибудь навязать их, а только за тем, чтобы поделиться мнением, которое я пока считаю справедливым. Если бы мне кто-нибудь захотел указать какие-либо неправильности в моем взгляде, или вообще что-нибудь неприемлемое, благодаря какому-либо упущению с моей стороны, и ответил бы мне, то я был бы очень рад и благодарен этим лицам.
свой взгляд я охотно готов переменить, увидев более правильное суждение. Смирнов. Старообрядческая мысль. 1915 год, страница 628-639. Второе царство 6.5. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Первое Паралипоменон 23.5. И 4000 привратников, и 4000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. Исайя 22.24. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, все домашние утвари до последних музыкальных орудий. Амос 6.5. Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Стихотворение. Каким бы мог я быть, когда бы Самсоном новым в школе появился? Да в обморок попадали бы все бабы, и девки как на виселице висли. Понял. Ну и в конце молол бы за троих. Та мельница глотает непокорных, врагов в их капище в конце бы разгромил, и все же жизнь была не первым сортом. А если бы вся мудрость Соломона возвысила меня над остальными? Что толку, если в пламени солома, в чаду объятий вспыхнул тот навильник? Так участь незавидна у героев, когда на первом месте не создатель. Завистник, враг рвов с мокротой нароет, от жажды сгинешь в них, воды ни капли. Пусть понимаешь, сколько тут заложено? Это... Пусть лучше буду серым и невзрачным, своим трудом пятерки добываю. Не пьяницы на маковке у мачты, не в пролежнях от лени на диване. Каким я стал при встрече с Иисусом? В себе его сумел отобразить? В желаниях доброты и состраданием в чувствах. Нету ни ядец я, ни вор, ни паразит. И по утрам, когда еще темно, перед зеркалом Писания одеваюсь, дабы с накачанными мускулами днем не забрести в разброды кадаваси. Из множества бесчетных вариантов в молитве Дух Святой мне путь укажет. Талант один божественного гранки, так и заблещет и в корону ляжет. Без примирения с Богом сгинул бы безвестно. Ни красота, ни сила, ни знания не помогут. Вошел я в церковь, а она невеста. У Иеговы сущего, у самого, у Бога. 3.04.05 года. Игла. Ну вот. Сколько? 57.